Питтсбург. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Итак, в уровне части лучший результат 65 повторений. На помосте номер 1 старт принял Дмитрий Семенихин. На 5-м помосте заслуженный мастер спорта Сергей Кириллов. 88 подъемов. Его лучший результат в этом упражнении — чемпион вооруженных сил ПРОС этого года. На 6-м. Лучший результат у Пластова Александра — 114 подъемов. Он победитель Кубка России прошлого года и чемпион. 118 подъемов является абсолютно лучшим результатом. На помосте номер 4 Александр Новиков. В толчке показал результат 7. Дим Тулубаев, мастер спорта Санкт-Петербург. Продолжение следует...
Просьба судье второго помоста уточнить результат участника на втором помосте. Смен 85-го дня рождения. На помосте номер 3 мастер спорта. Сир, идешь на первое место, терпи, терпи. 2-1, стоп. В утренней части программы был показан неплохой результат. Отлично.